Юные люберецкие звезды покорили новые высоты. Ансамбль детства стал лауреатом международного конкурса всех видов искусств «Звезды планеты». С дружным коллективом молодых вокалисток познакомилась и пообщалась наша съемочная группа. Каждая из участниц ансамбля детства уже уникальная и талантливая вокалистка. Любая с легкостью справляется с сольным выступлением и берет зал с первых нот. Но коллективное творчество нравится девушкам не меньше. В группе и поддержат, и развеселят. Юные исполнительницы говорят, совместное создание номера – процесс увлекательный и веселый. Для начала мы подыскиваем песню. Затем мы ее учим. Подбираем движение, репетируем еще раз все вместе с движением, а потом уже выступаем. Естественно, отработать надо, распределить по голосам, то есть мы не в один голос поем. Это все происходит у нас шутками. В этом году ансамбль отмечает свой юбилей. 10 лет назад спонтанные и дружные песнопения в автобусе по возвращении из конкурса послужили идеей создания группы. С тех пор сменилось несколько составов коллектива. Некоторые участники связали с музыкой свою карьеру. Преподаватель и руководитель ансамбля Татьяна Лощенова говорит, заниматься с коллективом ей нравится даже больше, чем проводить индивидуальные занятия. Даже вот 2-3 человека, они становятся, они слушают друг друга. Они подтягивают эту интонацию, и уже она не одна поет, и я ей под пианино что-то пою. Она слушает, что поет подружка, им очень интересно. Они не приходят, вот и сразу запел. Работаем над интонацией, над дикцией. Ансамбль – желанный гость на всех городских праздниках. В копилке у вокалисток победы в таких международных соревнованиях, как «Славься, Отечество», «Бегущая по волнам» и «Рождественская звезда». 28 февраля и 14 марта девушки будут представлять Люберецкий округ на областном конкурсе в Химках. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.